Мы в итальянском зале Пушкинского музея искусств. Какая сегодня красота. Сегодня нет посетителей, сегодня тишина. И сегодня можно подойти к любому экспонату, понаслаждаться и почувствовать эпоху. Ой, какая красота. Сейчас посмотрим все возрождение. Особенно остановим внимание на Тициане, возрожденном Тициане. Зале итальянского искусства. Среди полотен Веронезе, Тинторетто и Тициана. Сейчас мы подойдем к отреставрированной очень редкой работе Тициана, которую буквально спасли по крохам. Вот эта работа. Она лежала в запасниках и, в общем-то, уже была безнадежно утрачена. А потом от нее взялся хороший реставратор. Эта работа называется «Се человек» Тициан Вичеллио. Написано в 15 веке, 1489 год. «Дама за туалетом». Раньше приписывалась эта работа Рафаэлю, ученику Джулио Романо. И предполагалось, что это портрет ее возлюбленной Рафаэля Форнарине. Портрет юноши в образе Себастьяна работы Антонио Больтрафио. 1516 год. А это флюгер замка из Франции, 15 век. На самой высшей точке замка, остроконечной башни, стояла такая фигура ангела. В египетском зале среди фаюмских портретов первый-второй век. Первая живописная работа, можно сказать, человечества на земле. Женские портреты, портреты юношей, мальчиков. Эти портреты заменяли погребальные маски когда-то. Они носят сходство с реальным человеком. И по этим портретам ученые судили, как одевались, как жили у достатки этих людей, о эстетических предпочтениях, прикладном искусстве, косметике, украшениях, обрядах. Тут крышка саркофага, мумия. Сама, собственно, мумия. Вот. Там портреты скульптурные.